Александр Раскоп на празднике топора участвует в мастер-классе «Резьба по дереву». Год назад он занял здесь первое место, вырубив жар-птицу. Сегодня делает двухметрового лося. Раньше работал. 124 у нас. Делал скульптуры, шкатулки, всякие поделки. Теперь как хобби осталось, как увлечение. Последний раз год назад ты выбрал на этом же фестивале. Резьба по дереву – дело семейное. Отцу во всем помогает 12-летний сын. Хоть и махать топором Егор научился еще совсем недавно, но от взрослых старается не отставать. Рога я делал, ну там, из бревна вырезал, кросс собирал. День топора проходит в Кунгурском районе в селе Зарубино. Место для праздника выбрали не случайно. Старожилы рассказывают, когда-то здесь стояла огромная береза с зарубкой. Спустя несколько десятилетий начали появляться первые дома, которые строились при помощи топора. Это и послужило идеей для праздника. В селе есть замечательный дом, он очень старый. Я когда смотрю на него и думаю, вот какие же все-таки мастера были, которые дом вот этот срубили одним топором. И хочется возродить вот это, чтобы не электроинструменты были, а вот именно топор был главный на селе. Мастера приехали со всех уголков Пермского края. И конкурсы для них выбирали соответствующие названию праздника. Кто лучше кол затешит или кто больше дров наколет. Душа поет, когда смотришь на то, как трудятся мужчины, как умеют работать еще в наше время. В этом году Александр Раскоп стал вторым, уступив резчику из поселка Комсомольский. Но на следующий год он вновь намерен оспаривать превосходство в мастерском владении топором.